Спонсор данного ролика – онлайн-магазин игр easykatka.ru. Только лицензионные ключи никаких аккаунтов. Самые крутые игры по самым низким ценам. Ссылка в описании. Добрый вечер, я диспетчер по имени Алексей, по совместительству Томат. Вы можете знать меня по таким фильмам, как «Карточный колдун» или «Великолепный полицай полиции Хардстоуна». Я думаю, не надо здесь ничего менять. Потому что не русский глист будет бесплатным, а нечто из другого глиста будет тоже бесплатным. Судя по тотемному голему, на втором и третьем ходу у нас будут только тотемы. А это значит, что мы идем в правильном направлении. Итак, у нас великолепная скучная потасовка, которую, в принципе, я... Ого. Не хотел делать изначально, потому что подумал, что, ну блин, какие-то колоды полностью из рейтинговых игр, типа, ну зачем, это же скучно, халявный пак и ладно. Но через день вышло дополнение про пирожан, и я такой подумал, блин, это же, можно сказать, прощальный кивок от Blizzard, мол, вот, все, что было в древних богах, можете попробовать. И попрощаться. Потому что, зная основную проблему игроков Hearthstone, это у них нету карт. И я согласен с этим. Но этой потасовкой Blizzard дали возможность покатать за любой класс, у которого будет полностью собранная колода со всеми легендарками и нужными картами. А вот это вот, кстати, это зря, потому что если мне сейчас выпадает лечащий тотем, то... Ты в полной жопе. Но мне не выпадает, ну ладно. Блин! Вы меня, кстати, можете знать по таким же ролям, как алкаш дядя Коля, судя по моему красному носу и слабенькому виду. Или Санта-Клаус, или кто там еще там красный нос имеет. Рональд Макдональд, я не знаю. Может быть. На самом деле все потому, что у меня просто тупо аллергия. Или я алкаш. 50 на 50. Ну или Санта-Клаус. Хо-хо-хо-хо. Вау, офигеть. Я подумал изначально то, что лечащий тотем будет нереально жестким плюсом мне в победе на этой катке. Но! Если бы не выпал другой тотем не огненный, я бы не смог сейчас вызвать дракончика за 2 маны. Ты прикинь, этот ход намного сильнее, чем тот безликий, который за 4 маны 7-7 с перегрузкой. А это даже без перегрузки. Это означает, что я могу их тупо задеградировать. А нет, уже не смогу. Но все равно он дико просел по мане, и на следующем ходу наверняка не сможет ничего делать. И мне выпадает точно такая же. Благо, я смогу сделать... Вау! Алло, Виталий, вынимай. На следующем ходу у меня будет нереально жесткая эволюция, то есть деградация, конечно же, потому что мои глисты будут 0 маны стоить. Это жесть. Ты гляди, у меня еще и 1 мана остается ровно на деградацию. Итак, самое интересное в этой колоде — получить великолепные существа. Можно сказать, это эволюция покемончиков. Вот этот томат мейнстрим словил покемоны. Сейчас бы покемонов вспомнить в августе, когда они популярны были месяц назад. Ну ладно. Ладно. На самом деле, я думаю, все это уже габело. Ну да ладно. Таким вот образом мы прощаемся с дополнением. Древним богам. Сейчас выпадает друг на русы. Давай. Ладно. Тупо можно вспомнить рафляночки или попробовать то класс, у которого у вас не было карт. Например, играя за охотника, вы получите великолепную колоду по смертных крипах с зотом. И это практически бесполезная и скучная фигурина. Чё, Гал? Ну, по-моему, он боевой клич. Да, боевой клич. Просто я подумал, нифига, он сейчас может и так. Ага.
Но это тоже забавно. Интересно, какой же шанс у него был получить точно такое же дело? Воплощение. Но, по крайней мере, мы можем уйти красиво в этой потасовке. Если у меня был один ХП, то я бы просто-напросто на фулл ХП сейчас отхилился благодаря великолепной карте, которая, в принципе, не сыскала свою пользу на протяжении всего дополнения древних богов. И тем самым мы говорим: древние боги, до свидания, увидимся в аду.